Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу показать вам некоторые из новинок 18 каталога 2019 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Этот каталог будет действовать с 9 по 29 декабря включительно. Это практически последний каталог уходящего года. И следующий каталог займет совсем немножечко последние дни в уходящем году. Так как это предновогодний каталог, то здесь очень много выгодных новогодних предложений и новинок, связанных именно с этим праздником. Полистаем с вами обязательно каталог, обратим внимание на все новинки и выгодные акции. Но сегодня об этих новинках, уже те новинки, которые я протестировала, я хочу вам рассказать немножечко. Итак, давайте с вами смотреть. Сразу обращу еще раз ваше внимание, что в 17-м и вот в этом 18-м каталоге за каждые 999 рублей заказа в цене каталога минус ваша скидка 20 или 26% в зависимости от того, какую вы имеете, вы будете получать купоны. Эти купоны можно будет отоварить в следующем каталоге, первом 2020 года, который начнет действовать с 30 декабря. Также в разделе «Ваши персональные акции» у вас будет отдельный список. И согласно количеству заработанных вами купонов, вы выбираете товары. Скидка 50% от черной цены в каталоге, минус ваша скидка 20 или 26%. И по одному купону вы сможете приобрести один товар из предоставленного списка. Следующая из новиночек в этом каталоге – это у нас снова новый аромат. Это будет цветочно-фруктовый аромат для женщин Super Girl. Объем 50 мл. И вы знаете, я не стала заказывать полноразмерную версию. Решила начать я с пробничка этой воды. В каталоге заявлено, что здесь малина. Малина Super, черная смородина, лесные ягоды – просто класс. Это ягодный микс, который настраивает на озорную волну. Лайм и личи вдохновляют на свежие идеи, цветочные акценты розы, пиона и фрезии раскрывают женскую непосредственность, в которой и есть твоя суперсила. Будет очень интересный флакон в таком позитивном, красивом, молодежном стиле, очень необычный. Но, вы знаете, когда только я нанесла аромат при первом затесте, то сразу вот у меня по ассоциациям интуитивно вот в памяти пронеслась такая фраза «кокетка» или «кокет». В общем, у нас был раньше парфюм «кокетка», тоже такой игривый, озорной. Многим он очень подходил и нравился, но вот именно, наверное, вот эти нотки розы знакомые я и уловила. Ну, а дальше уже вот этот ягодный микс. Поэтому мне аромат «кокетка» не очень подходил. Конечно, они не идентичны, но какое-то сходство я для себя уловила. Вот общие вот эти нотки для меня это есть, но поэтому я пока вот не планирую заказывать. Еще хочу поносить на себе пробник, а потом уже точно определюсь. Но с кокеткой я так и не подружилась. Поначалу понравилась, потом у меня стоял флакон, несколько пшиков сделала. В итоге я ее просто подарила тому человеку, которому она подошла. Поэтому обязательно заказывайте пробник. Например, если сравнивать Supergirl и Валькирию, ну вот мне на мои вот эти обонятельные предпочтения, мне Валькирия понравилась больше. Хотя вот здесь она тоже представлена, и викинг у нас можно здесь протестировать вот в этом каталоге, потереть и ощутить аромат. Следующая из новинок в этом каталоге, в коллекции Glam Team появляется вторая тушь, тушь для ресниц HD Lash, 12 мл объем здесь хороший, в черном цвете, в каталоге будет 349 рублей, здесь будет муссовая текстура, обеспечивает точное нанесение, при наслоении не образуются комочки, ресницы выглядят экстремально объемными, тушь HD обладает высокой четкостью цветопередачи, взгляд становится выразительным и притягательным. Насыщенный черный цвет. Но вы знаете, если сравнить сразу вот по аналогии с тушью Push Up, то у туши Push Up вот этот черный пигмент, он гораздо ярче выражен. То есть она более пигментирована черным цветом. Здесь у нее фибровая щеточка.
Она меньше, чем в серии Secret Story, она в этом плане вот чуть поудобнее. То есть эта тушь, вот так была заявлена в накладной, когда я делала заказ, пришла на смену туши Secret Story. То есть было указано, что вот именно на смену. Вот так вот выглядит тушь, она приходит тоже у нас в упаковке. Она чуть больше по длине, чем первая тушь из этой коллекции с силиконовой щеточкой. И вот здесь вот у нас вот такой красивый футляр, то есть она... Ну вот примерно вот с мою ладошку, вот она не маленькая достаточно, то есть она больше. Вот здесь у нее ограничитель, ну вот он, вы знаете, средний, я бы сказала, слабоватенький, то есть, но тем не менее туши выходит немного, то есть ее выходит достаточное количество и вот такая щеточка. Чтобы вот воспользоваться вот так, удобно вот сюда вот захватить реснички в уголках и во внешних уголках, и вот здесь вот во внутренних. По аромату у нее такой вот аромат, ну, наверное, как у нас был у туши Super Volume, по-моему, вот у объемной, ну, такой вот он воском пахнет, вот классический приятный аромат. Я сегодня вот уже 2 дня попользовалась этой тушью, сегодня мне понравилось больше, как она наносится. Первый раз, конечно, ей нужно схватиться и раскраситься. В принципе, она тоже не сыпется, как и первая, она не размазывается, нету вот этих вот комочков осыпающихся, но вот здесь немножечко все-таки она может давать вот такой, ну вот чуть-чуть вот слегка такой уловимый отпечаток, когда вы ее только нанесли. Но это может потому, что она еще вот новая. Текстура у нее такая вот довольно-таки питательная, маслянистая. Но вы знаете, чем-то есть, да, вот может сходство с серией Secret Story, но мне кажется, Secret Story была больше эластичной. Наносится она на реснички равномерно, и вот объем тоже я достигла пока с 3 слоев. Если сравнить с первой тушью с силиконовой щеточкой, то силиконовая дает более длинные ресницы, они чуть тоньше выглядят, но чтобы добиться вот силиконового объема, тоже слоя 3 надо. А так, в принципе, если вам нравятся фибровые щеточки, то тушь неплохая, я думаю, что можно ее попробовать и при раскрашивании. Но вот я вам потом буду снимать каталог, еще о ней расскажу. Но вот для 2-го дня, в принципе, объем неплохой, ее видно, но все-таки у меня вот, если взять вот эти 3 туши, любимая Push Up так и остается. Вот несмотря на то, что там она может отпечатываться, но она дает настолько такие черные ресницы, вот густые, прям вот, ну, в общем, все, как я люблю, поэтому Push Up у меня все-таки в фаворитах. Вот эти вот туши мне не заменили, хотя и эти туши обе неплохие. Если вам нравятся силиконовые щеточки, особенно если у вас короткие ресницы, то вот эту первую из коллекции Glam Team я вам советую. Далее, следующее, что у нас представлено в новинках, это новая помада. Вы знаете, все хорошо, но вот эта упаковка, я знаю, что она многим так надоела, потому что она, ну, непрактичная, она неудобная, эта упаковочка. А так, в принципе, содержимое помады, вот у меня один оттенок на губах, и вам сейчас о ней расскажу. Здесь всего у нас представлено 3, 5, получается 9 оттеночков. В каталоге будет хорошая скидка 60%, всего 179 рублей минус ваша скидка, получится выгодно, обращайте свое внимание. Указано, что здесь устойчивая помада с полуматовым финишем, плотной бархатистой текстурой. Здесь есть натуральные масла, которые увлажняют и питают, а микронизированные пигменты делают цвет более насыщенным. Я заказала для себя помаду в артикуле 40-773, цвет брусничный. И вот так он смотрится у меня на губах. Но вы знаете, он похож на помаду Овация лиловый твит, только ярче, здесь больше лиловости. То есть здесь, я думала, будет брусника, но здесь вот такой больше сирень получился. Вот получается сирень по цвету. Вот она у нас в каталоге, и вот она на моих губах. В принципе, похоже, но все-таки разница есть. И что хочу сказать, пробников, девчонки, не было, обыскала я весь сайт, хотела взять для вас пробники, если появятся они, то я постараюсь взять и сделать для вас свотч, и, может быть, кому-то это будет полезно. Но сама помада, вы знаете, наверное, компания услышала наши просьбы об ароматах, это вот и Hydralips касается, и вот этой, но вот здесь аромат или вот касторки, вот чего-то такого, то есть здесь нету ни ягодного, ни ванильного приятного аромата, то есть он никакой.
Он даже вот таким чем-то старым немножечко отдает. То есть отдушка мне не очень понравилась, но при нанесении на губы она улетучивается, и ее нет потом никакой. То есть только при нанесении вот вы чувствуете такой вот, как маслянистый, наверное, касторки. Ну, наверное, потому что здесь масла и нет отдушек в этой помаде, поэтому вот такой эффект получается. Но, как говорится, мы сами просили нам меньше отдушек, поэтому, наверное, нас услышали, я так думаю. И вот такой оттенок брусничный получается. По своей текстуре помада чем-то напоминает помаду Первая Леди из серии Secret Story. Только у нее чуть, ну вот, чуть-чуть больше эластичности. А так она, действительно, вы знаете, вот она полуматовая. Она почти не отпечатывается, но вот немножечко все-таки есть. Ну вот, комфортная на губах. Если вам нравятся полуматовые текстуры, то в принципе помада ложится комфортно довольно на губы. Так, остались у меня от предыдущего видео свотчи. И вот так выглядит оттенок брусничный. То есть это у нас вот такой оттеночек. Ложится она сразу прям густо, то есть плотным слоем, хорошо перекрывает, но на морозную погоду все-таки она будет немножко, наверное, суховата. Но вот видите, на губах она почти как матовая, как будто вот стойкая матовая, никакого блеска она не имеет. То есть, ну, вот такая вот помадка. Если сравнить с новой матовой помадой, то, наверное, все-таки я бы отдала предпочтение нашим новым матовым. Они шикарные. Но это тоже вот имеет место быть. Неплохая помада. Надеюсь, что появятся пробники, и мы с вами ее сможем протестировать. Ну и будет, конечно, на нее очень привлекательная цена. Я думаю, что если вы любите такие текстуры, то один оттенок какой-то можно взять на пробу. Далее у нас в каталоге появляется новая линейка Варио. Это комплекс вариативной косметики. То есть здесь мы можем с вами сами конструировать для себя то, что нам необходимо. Вот у нас представлена вся линейка Варио, и что же в ней будет? Во-первых, это крем для век. Дальше у нас будут представлены два крема Light и Rich. То есть первый Light крем, это будет идти у нас он увлажняющий. Это легкий увлажняющий крем-флюид для лица. Содержит уникальный комплекс и специальный вот тоже комплекс для кожи. А второй будет насыщенный питательный крем для лица. Также вот с этим комплексом и вот для повседневного использования. Вы знаете, что думаю, если вы хотите попробовать всю линейку Варио, то, например, флюид вот увлажняющий можно днем использовать, а питательный на ночь, если вы хотите подпитать кожу, можно и таким образом использовать. Я пока взяла только вот легкий крем. То есть я взяла для век, взяла Light и взяла одну из сывороток. Будет представлено 4 сыворотки. И что заявлено об этой линейке, то что здесь высокая концентрация активных компонентов, мощная природная основа без парабенов, спирта и минеральных масел. То есть вы выбираете крем-основу Light или Rich, но вы можете на ночь взять Rich, днем Light, можно и так, можно какой-то один пока на пробу. И затем добавляете по вашему желанию один или два эликсира. То есть это у нас сыворотки. Вот представлены здесь будут 4 сыворотки. Я выбрала для себя пока на пробу под номером 2. И эта сыворотка идет с эффектом аквалифтинга. То есть здесь у нас будет сыворотка с эффектом сияния, сыворотка антистресс, сыворотка с эффектом аквалифтинга и защита от морщин. То есть вот такие 4 сыворотки. Я сейчас вот использую эту линейку и хочу вам сказать, что мне она очень понравилась. Вы знаете, наносится очень приятно на кожу, быстро впитывается, такой бархатистый эффект. Под глазками крем тоже мне очень понравился. Вот так выглядит у нас упаковка, коробочки. Здесь пластик, но пластик такой вот идет добротный. Вот так у нас выглядит крем для век, обычно всегда в тубах, но теперь вот у нас вот такая маленькая баночка 15 мл. Здесь у нас все было зафольгировано. Вот такая у него текстура, то есть она немножечко как бы питательная, и затем вот, вы знаете, хорошо как-то вот освежает, немножечко, мне кажется, даже вот как разглаживает морщинки. В общем, крем отличный. Вся линейка вот эта имеет очень приятную отдушку. Отдушка такая вот нежного, наверное, парфюма какого-то. Вот очень приятно пахнет, такой цветочный, очень нежный, дорогой аромат. Он ненавязчивый, но он, вы знаете, когда нанесешь, потом вот ходишь, он ощущается на лице. То есть вот при движении, вот
первое время, наверное, первый вот час, все-таки я ощущаю, что вот этот аромат, но мне он не напрягает, мне он очень приятен, не раздражает. Вот посмотрите, я нанесла на кожу, и вот даже вот здесь, вот в этом районе, вот где я наносила крем, кожа чуть-чуть как бы высветлилась. Я думаю, вам это видно, и она такая вот более эластичная, чуть упругая. В общем, крем я прям оценила, очень понравился. И давайте сейчас вам немножечко о нем расскажу. Крем для ухода за кожей вокруг глаз, насыщенный увлажняющий крем, за нежной кожей, приятно наносится, легко впитывается. Все это правда. Активная природная основа крема оказывает многовекторное омоложение кожи. Здесь специальный комплекс, который уменьшает морщины, гусиные лапки на 14% заявлено, максимально устраняет темные круги, поднимает верхнее веко, и все это у нас вот на 56 дней рассчитано. И вот что еще понравилось, то что вот подходит для любой кожи, написано, для любой ситуации, и он идет без парабенов, без вот этих вот минеральных масел, без спирта. То есть я осталась очень-очень довольна. Вот даже сейчас еще раз вам покажу вот этот участок на коже, думаю, камера вам уловит. Например, так вот я вот смотрю визуально, даже вижу, что вот чуть-чуть высветлилась вот эта часть на руке, то есть как бы сгладилась и стала такая вот ровненькая. В общем, я очень довольна. Но вы знаете, когда уже наносишь вот что к сыворотку, что крем, остается такой немножко послевкусие какого-то вот как хлора немножко или вот чего-то копченого. Вроде бы аромат приятный, но может у меня это вот так вот на коже. Но вот немножечко вот есть такое вот что-то вот отдаленно напоминающее, скорее всего, что-то в составе. И понравилось, что эта серия обогащена кислородным комплексом. Следующее, что хочу вам показать, это будет крем дневной. Ну, я его так вот обозначила. Это крем Light, крем Fluid, то есть он идет увлажняющий. Легкий увлажняющий крем-флюид для лица, нежная, невесомая текстура крема основы, увлажняет, заботится о коже, легко впитывается, оставляет, не оставляет жирного блеска. Можно наносить вместе с вот этими эликсирами, а можно отдельно. То есть я пробовала и отдельно, и вместе с вот этой сывороткой. С сывороткой, конечно, получается большая упругость и больше тургор кожи, то есть большая плотность на коже вот при нанесении сывороткой. А когда просто крем, то тоже потом вот очень приятное ощущение, кожа бархатистая, она такая вот более упругая, более вот увлажненная изнутри, это все чувствуется, но вот этого тургора меньше, когда вот один крем наносим. Здесь также вот есть у нас специальные комплексы, которые увеличивают плотность кожи на 26, упругость на 18, и специальный вот комплекс, который восстанавливает верхний барьерный слой, а также кислородный комплекс. Схема использования. Нанесите на ладонь немного крема основы, и затем наносите, вы добавляете немножечко капель эликсира одного или двух, смешиваете и на кожу. Пробовала я и так наносить, но вы знаете, как-то пока вот смешаешь, потом на кожу. Мне больше понравилось обычно, то есть как обычная сыворотка эликсир, немножко впитался, сверху крем, и эффект тогда понравился. Давайте покажу вам сейчас, как выглядит этот крем. Вот такая баночка, тоже такой пластик добротный. Ну вот, в принципе, как у нас в последних сериях, наверное, как в Bloom. Вот примерно такая же идентичная упаковка. Я уже немножко попользовалась, думаю, вам видно. Кремушек действительно, девчонки, очень такой вот легкий. Он быстро распределяется, тает. Такой же у него точно аромат, то есть отдушка идентична. И чувствуется действительно такое вот приятное увлажнение на коже. В общем, тоже я осталась им довольна. Он быстро разносится, и потом вот, когда уже впитался крем, тоже впитывается быстро, не оставляет жирной пленки. Очень приятные вот такие вот, кожа сглаженная, она очень ровненькая, приятное ощущение на коже. И давайте покажу вам сыворотку, которую я взяла под номером 2. Эта сыворотка идет тоже специальными комплексами. Здесь у нас есть специальный комплекс из фиалки трехцветной, который стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, формирует водные каналы, обеспечивает увлажнение и разглаживает морщины, увеличивает степень увлажненности на 9% через 24 часа, уменьшает морщинки на 13% за 28 дней. То есть вот такая сыворотка. Здесь ее объем стандартный у нас 15 мл, стеклянная упаковочка, то есть это у нас стекло, зеленоватый оттенок.
Есть пипеточка-дозатор, но она прям, вы знаете, чувствуется, что обогащена серия вот и маслами. Нужно прям совсем немножечко наносить на кожу, и потом вот прям сразу наносишь, и сразу чувствуется эффект вот этого вот лифтинга кожи. В принципе, я осталась очень довольна, вот пока еще тестирую эту серию, но сразу хочу сказать, что мне линейка эта очень-очень понравилась. Так что выбирайте для себя какую-то вариацию, пробуйте сначала, а потом можно будет взять что-то еще. Я, может, возьму из этой линейки вот еще какую-то сыворотку, попробую. Но мне эта сыворотка напомнила, у нас была сыворотка раньше в серии Beauty Lab «Лифтинг и сияние». Вот чем-то по своему эффекту она похожа. Поэтому вот если кому это важно, обращайте внимание. Вот сейчас аромат очень приятный. Вот он сохраняется на коже. Но вот вы знаете, вот как, наверное, вот у нас Эклад Дарпеш вот пахнет. То есть он очень нежный, очень женственный, очень нежный аромат. Ну, надеюсь, так я вам передала немножечко вот ассоциации по отдушке. Следующая новинка. Также я осталась в восторге от этой новинки. Это в серии ICOL гель с каткой. В каталоге будет скидка 40%. Здесь есть водоросль фулига в составе, которая глубоко эффективно очищает кожу. А также здесь есть вот новый тренд, объединяет в себе три ключевых свойства. Легкая текстура, легкий способ применения и легкий результат. Гель-скатка имеет объем 100 мл, поможет бережно очистить кожу от ороговевших частичек и вернуть здоровое сияние. Для лучшего результата используйте 2-3 раза в неделю и затем увлажняйте кожу любимым кремом из серии ICOL, либо можно из той, которой вы пользуетесь. Приходит у нас гель-скатка в коробочке, как и вся линейка ICOL. Указано, что это мягкий гель, особый вид очищения, стимулирует процесс обновления, улучшает цвет, придает ему свежесть. Небольшое количество наносим также на сухую очищенную кожу массажными движениями, равномерно распределяем до образования катышек, а затем смываем теплой водой. Вы знаете, очень понравился мне эффект. Вот у нас гель-скатка был в серии Эксперт, тоже шикарный, но вот этот прям до скрипа еще лучше очищает кожу. То есть я прям осталась очень довольна. Здесь была фольга, но в отличие от линейки Эксперт, здесь у нас текстура кремовая идет. Вот такая текстура. И вы знаете, здесь сразу, когда вы наносите, вот как гамаш есть, как вот в скрабе, мелкие такие шлифующие частички. То есть у нас, например, в геле не было этого, просто гель. А вот здесь попробую вам передать. Вот они, их много. И вы начинаете вот так катать по лицу, и это все скатывается и очищается. И вот эти полимерные частички, они еще плюс и как бы немножко шлифуют, полируют кожу, но без травмирования кожи. То есть я осталась очень довольна. Приобретайте, девчонки, новинка отличная. И по аромату, аромат такой же, как у геля ICOL, вот последнего, который у нас вышел, очень нежный и очень приятный. Ну вот такие новиночки, я вам, надеюсь, ничего не забыла, ничего не пропустила, все вам показала. И еще хочу обратить внимание новичков, что в этом каталоге за ваш заказ на сумму 1699 рублей в цене каталога, минус после регистрации скидка 20%. Обязательно до 29 декабря заказ необходимо оплатить. И тогда при втором заказе уже по первому каталогу вы получите вот такой шикарный набор. Это крем Blur и это три маски из серии Beauty Lab. Две маски у нас с эффектом пузырящимся и одна маска лифтинг и сияние. Но еще у нас вот здесь вот патчи под глазки. Но крем Blur, он просто шикарен. Он прекрасно блюрит, тушует поры, выравнивает кожу. В общем, я считаю, что отличный набор. И я думаю, многие захотят его получить для себя в подарок. Ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. Она бесплатная. Если вы проходите по моей ссылке, то вашим помощником в компании буду тогда я и буду помогать вам по всем вопросам. Ну а теперь говорю вам всем пока. Я приношу вам извинения за дрель. Но, девчонки, у нас это с утра и до вечера. У соседей обновка. Новые соседи. Хочется все перестроить, переломать, поэтому, ну, я думаю, это все через это проходят, ничего страшного. Я надеюсь, что вас это не сильно напрягало, и вы не особо обратили на это внимание. Ну, а теперь пока, до свидания, до новых встреч!